Их было трое, и они были вооружены. И вы позволили ему уйти? До конца они не выяснили, кто они. И это еще не все. У них была видеокамера. Это просто супер! Это гениально! Мой тебе совет. Поработай еще пару годиков ассистентом режиссера. Наберись опыта. Тогда и приходи. Слушай, мы никогда не снимем этот фильм, если будем рассчитывать на остальных. Но ты же прекрасно знал, с чем связываешься. Теперь не ной. Слушай, я все решил. Мы тут фильм решили снять. А при чем здесь я? Ты сыграешь в нем главную роль. Не, ребят, я уже не актер. Да брось. Ты никогда ему не был. А что за фильм? Остросюжетный, шпионский боевик. Остросюжетный шпионский боевик? Ясно. Ты понимаешь, что это значит? Это не по сценарию! И что же вошло в этот фильм? Все. Все вошло. Ты что, все это снял?